Артур, ну ты-то это самое. Заходи в игру и оставайся, доигрывай. Погнали. Андели. Склоняюсь перед твоей волей. Да покажешь, как надо. Моя кровь. Твоя воля исполнится. Ну, басами называет игроков. Нужно больше проклятые ждут приказа. Нужно больше золота. Фоги завтра с Муном будет играть. Да, я в курсе. Видимо, первый тур плей-оффа с Майл Капа. Чего желает мой повелитель? Да, Артур, повелитель. Что-то я тебя не помню. Чего желает мой повелитель? Кажется, так себе ты играл, видимо. Жизнь за Нерзула. Исполню с радостью. Давайте финдов посмотрим, кто сосед. Польская карта поменьше на 10 человек всего лишь. Крепится здесь почти... Не, есть где крепится. Даже больше относительно, если вот поделить на 20, там, на 2, на количество участников, так скажем, то на мне Рагнароке меньше нейтралов. Ты куда-то уходишь? 15 минут осталось. Нет, осталось 40 минут. Я думаю, что этого должно хватить на эту катку. Просто в 7 часов стартует уже Хэппи против Крава. Там... Дримхаковский европейский турнир. Первый тур винеров каждой из четырех групп. Там многообещающий матч. Поэтому... Может быть, не надо было третью гулю ставить, рассчитывать сразу на Шредера. Стоило. Нужно больше золота. Призыв завершен. В прошлой игре лимитов еще было мало. Кажется, я полез, когда у меня 8 гипсов было всего лишь. Один медведь. То есть там соточку можно было спокойно делать. Призыв завершен будет. Склоняюсь перед время твоей волей. Да свершится предначертанное. Погнали. Сделано. Ждем героя, здесь выманиваем. Можно, я думаю, даже не рубку сделать. Сделай выбор. Говори, кто меня и герой. Хочешь, СХ. Герой сегодня хороший. Направь мой клинок. Сделай выбор. Верно. Говори. Где скрывается враг? Нужно войска сказать. Ну, крепимся, смотрим, что за следующий будет герой. Каздинго. Улучшение завершено. На очереди. Выбор. Где скрывается враг? С кого начнёшь? Жаль, глупыш. Надо бы еще скелетов направь прикупить, мой вернуться. Где пройдётся моя кровь? Ладно, полечусь, пусть мана регенится. Я немножко рискую, но... Где скрывается? Что ж, прибежит, товарищ и убьет. Бегу, бегу. Кто на очереди? Все, погнали. Сразу на эксп. Кто на очереди? Используй мою силу. Чего Use my power. Направь мой клинок. Сделай выбор. Проклятый. Где скрывается враг? Давай лучше разбойников сначала. Скелетов не хватает. Не успел немножко. Я жажду служить. Кто на очереди? Кто с кого начнет? Где прольется моя кровь? Ну и Шредера надо будет приобрести. Используй мою силу. Перед твоей волей. Я жду. Где скрывается враг? Что сделано? Жизнь сделано. Занесла. Да, повелитель.
Это частично тоже лимит. Слэш Зиггурат. Очень много у нас выходит. А, нет, стоп, Зиггурат я до этого еще поставил. Так, покупаем, то есть, Шреддера сейчас. Достраиваем Эколитов, берем с собой. Если покупаем Шреддера, то берем с собой Гульку тоже на крипинг для темпа. Здесь только с третьим, со вторым лечением лечимся. И идем уже в центр. Здесь Шреддер есть. Взяли, соответственно, Гулик. Добавляем. Тут берем. Вообще очень хорошо идем. То есть крипинг, да. Экспанд, да. Лес на будущее, да. Суперсвин здесь. С кого начнем? С Динго. Направь мой клинок. Проклятые ждут приказа. Убивать легко. Сделай выбор. Где скрывается враг? Суперсвин наглеет. Используй мой призыв. Завершен. Кто на очереди? Телепортируется зачем-то. Где скрывается враг? Все, пробуем. Призыв завершен. Пробуем здесь подкрепиться. Здесь доделываем. Уиспоу. Гулей можно потихонечку сдавать. Ну, желательно не сразу сдавать, а постепенно. Ладно. Не особо их хотелось. Грейт на атаку. То есть справа у нас довольно высокая концентрация упырей. И соколик будет. И суперсвин. То есть люди, которые довольно скилловые. То есть ориентировочно мы должны сдвигаться влево, смотреть, кто там у нас еще есть, с кем можно посражаться. Здесь хорошо, что есть возможность, что не крипится. Это тоже сигнал отличный. Яйцо синего дракона тоже беру сразу, сразу вызываем. И для темпа, и для того, чтобы поместился еще один артефакт. В целом, мы даже можем попробовать кого-то запушить сейчас. Маны маловато, правда. Ну ладно. Схата почти пятый. Давай вслепую, погнали. Справа суперсвин, битый. Здесь вартилекс. Молодой, неопытный. Пятый СХ, минус Шреддер. Видите, как подрешал этот дракончик, который... Чего желает, очень подрешал. Ну и сейчас мы вартилекса должны идти добивать. Можно даже сразу Акалита брать. Базу он поставил? Не поставил. Кто на очереди? Ну, не поставил, так не поставил. Тогда давим. Вторым героем обязательно берем ману. Не боимся, выходим из лимита сразу же. Блин, опять бестмастер. Да он достал уже со своей чистотой выхода, ну. Хоть бутылку дотащит. С кого начнем? Кто меня зовут?
Здесь Т2, то есть у нее не медведи даже еще пока. Представляете? Здесь не прокреплено хорошо. Видите, как дракон решает? Он сколько уже мне всего хорошего сделал? Демотивирующий Нексус ставим. Убиваем протектор. Ставим сразу две базы. Вортилексу спасибо за то, что он нычку не ставил. Там золото больше достанется. И дракон прям до окончания протектора, представляете? Живет. Пожил. Хватит делать финдов. Уже и так перебор. И так пачка финдов. Куда тебе столько? Sacrificial Pit. Пара вышек для того, чтобы да. Тут лечение, соответственно. Вортлекс пишет ГГГГ. Здесь убиваем... Убиваем виспов, сразу ставим нычку, раз. Давайте с соколом поиграем для разнообразия. Убираем виспов. Дальше идем, ставим следующую базу. Третий герой арба. Что-то ради экспы с их сейчас уйдем, убьем. Я жажду служить, завершен. Да, заказываем рабочих. Идем наверху, еще крепимся. Сразу же ставим еще одну базу, естественно. Да свершится предначертанное. Где скрывается проклятые, ждут приказа, мой повелитель. Древесины не хватает, при том, что, представляете... Там работает шреддер с начала игры. Ну, Т3, грейды, нычка одна, нычка вторая. Очень много требуется для... А, через сокола можно было играть, потому что мы с соколом играем против сокола. Попробуем использовать его же силу против него самого. Третий герой — жук. Жук хорошо. Где скрывается враг? Убивать легко. Идем в центр, пробуем подкрепиться там. Достраиваем акалитов сюда и достраиваем акалитов туда. Смотрим, крепили центр или не крепили. Крепили только что. Даже я слышал анимацию, звук от выстрела. Какой-то выстрел. То ли это Бестмастер, то ли... Ладно, ставим здесь... О, нет! Что, блин? Там анимации удара не было, а он бил при этом. О, Ашенечка. Кто на очереди готов к охоте? Что нас ждет? Наши пути пересеклись. Сделаем. Жаль, глупыш. Успел. С удовольствием. Надо арбу будет передать. К чего, может быть, тогда это самое... Ну, не доконтролил. Хорошо, повезло мне. Где скрывается враг? Используй мою силу. Только ли
ледяному трону. Так, здесь дозаказываем еще 4 рабочих. Ставим по зиггурату для того, чтобы харасом было базового поменьше. Пропиваем раз, передаем 2. Передаем 2, передаем 3. Берем еще вот так, 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 так. И погнали убивать. Пробуем просто убить против часовой стрелки. То есть оставляем сокола с суперсвином, турбосвином. Пусть они там выясняют, кто из них молодец. А сами идем наверх. Видим орка сразу. Давайте-ка я переведу шедером. Третьего грейда на атаку нет. Ага. Вот он, мой клиент. Если что, у нас дестройеров есть возможность построить. Поднять дерево есть. Беру свиток раз, свиток два, ботинки. Погнали, Ашенчик пишет ГГ. Ага. Плохо. Враг. Я поглощу все живое и мертвое. Призыв завершен. Призыв завершен. Хорошо, сражаемся. Ха получает ап. Убиваем его. Так, ну сокол нам помогает, как видите. Ладно, делаем так. Красиво. Падает палыч. То есть пишет ГГГГ. Отвожу всех, кроме жука, чтобы он опыт получил. Сзади подходит к нам. Крио уже подходит. Я не знаю, как с ним быть. У него микс очень хороший. Сокол убивает Ванло. Сокол убивает Ванло. Они же в одной тиме играли. В PUBG. Люди, что же это такое? Что же происходит? Как же это так? Сокол ливает. Что? One loss около что? Надо убрать этого. Для дестройеров надо убирать. Не знаю, что делать. Либо в гарк выходить, что Крео рядышком.
А что там у нас турбосвин разговаривает во время игры? Так, это что у нас? Понял? Это ошибка с моей стороны. Короче, там уже Крео мочит. У меня грейдов не хватает. Древесины не хватает. Где скрывается враг? Я в охоте. Сделаем апгрейды. Используй мою силу. Кто на очереди? С кого начну? Кто на очереди? Да. Ну, ладно, да заказываюсь. Призыв завершается, враг. Направь мой клинок. Исследование завершено. Призыв завершен. Используй мою силу. Жаль, глупыш. А, это Лаки, а не Крео. Это странно. Это странно. Нужно больше очереди. Скалу начну. Я слушаю. Призыв завершен. Враг мой клинок. Используй мою силу. Тут One Law. О, надо сокола вызвать, он может. Где скрывается враг? Скалу начну. Добыча близко. Кто на очереди? Используй мою силу. Где скрывается враг? Убивать легко. Используй мою силу. Кто на очереди? Наши войска атакованы. Да ты что? С кого начну? С Динго. Где скрывается враг? Надо убирать у Крео две нычки, которые, скорее всего, здесь. Он, видите, с One Law сражался. Скорее всего, убил Андеда, поставил там базу. Мне нужно поставить базу, идти сюда. Да хва... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Направь мой клинок. Видите? У Крео. Высвободи мою силу. Выбирай, не торопись. Наши войска отходят. Мою силу, охоте. Где скрывается враг? Вот, убить две эти нычки. С кого начну? Бегу. Наши войска отходят. Жалко. Обсидианки мои. Но тогда у него будет всего две базы. В этом плане мы... Кто на очереди? Направь мой клинок. Мы должны быть впереди. Где скрывается враг? Кто на очереди? И ждут приказов. Вот он еще центральную поставил. В целом, мне бы... Используй мою силу. Пару артефактов добрать в центре имеется в виду. Где прольется моя кровь?
Вроде жалим. Чем салат сожрали. Ну, минус 18 лимит. Я не дозаказывал за все во время. Так что нормально получилось. Сейчас у него заканчивается мейн. Можно проверить центральную. Но сейчас торопиться не стоит. То есть уже сейчас даже я бы убил гаргу одну, чтобы в 80 посидеть. Да потому что сейчас уже заканчиваются периферийные базы, золото крайне важно. Проверяем у Крео центральную. Там конкуренция высокая, не факт, что он здесь. А, нет, здесь. Но только-только. Хорошо. Но убить его таким лимитом я, наверное, не смогу, учитывая то, что не соточка, плюс что мунвелы у него там на базе, плюс магазин. Короче, нет смысла, я думаю, лезть. Надо просто контролить базу, ждать, когда у него деньги закончатся, что ли, на мейне. А контролить базу вот именно верхнюю. Оп, тут у нас ходит. Что за QR-код? QR-код — это просто открывается чатик у тебя. На телефоне. Удобный способ. Что я вообще... А, у меня бинты сбились. Вот в чем дело. У меня бинты сбились. Я думаю, где герои-то, а другие? Где, где? Вот так вот. В Караганде. Очень плохо поконтролил. Мой клинок. Используй мою силу. Надо затаривать Сыху, потому что, видите, он отлетает как быстро. Кто на очереди? Кто на очереди? Что нас ждет? Помнить про Крео, который, скорее всего, наверху уже... А, Крео ГГ, отлично. То есть, по сути, мне нужно сейчас принимать решение, либо мы турбосвина пытаемся убивать... Турбо супер, неважно. Скалу начнем. Кто на очереди? Я готов к охоте. Скалу начнем. Нас динго. Направь мой клинок. Используй. У него очень хорошие герои. Что-то я не то сделал. Используй мою силу. У него хорошие герои, но... Ну, Ванло пытается отстроиться наверху. Не то, что я хотел взять. Это надо... Этому надо мешать. Ну, пока ждем. Пока ждем, добываем. У нас хорошие шахты стоят. Прям инком шикарный. Справляемся с Ванло. Смотрим, кто у него здесь. Никого, похожим. Ну и контролировать центр бы. Нет, друзья, наверное, надо выходить из лимита. Пофиг на...
Пофиг на... Да время заканчивается. Код работы на перекидывание приложений неудобно. Так он задумался, что будет перекидывать не в приложение. Твоя воля исполнится. Кто на очереди? Я готов к охоте. Кто на очереди? На враг мой клинок. Где скрывается враг? Кто на очереди? Добыча близко. Где скрывается враг? Я служу призывом завершенным. Скалу начну. Пожадничал. Тут лаким. Попробуем турбосвина взять, убить. Завершён. Где скрывается враг? На враг мой клинок. Кто на очереди? Скалу начнём. Наверное, центрально ему убивать. И добычу справа. Мой повелитель, исполню с радостью. Кто на очереди? Где скрывается враг? Ну, конечно, тот еще паразит. А, тут его нет. Вот оно что, Михалыч. То есть у него центральный-то нет, у него периферийный добывается. Не знаю сколько, но добывается периферийный. Блэдап поймать. Кто на очереди? Сейчас он назад должен возвращаться. Используй мою силу. Не, не хочет. Скалу начну. А вот он. Враг. Используй мою силу. Там паладиновская аура, хочу. Правда, она фикшенная уже. Недостаточно места. Где скрывается? Не доконтролирую. Отдаю обсидианки. Где прольется моя кровь? Направь мой клинок. Используй мою силу. Кто на очереди? Скалу начну. Проклятые ждут приказов. Направь мой клинок. Я услышу близко. Где скрывается враг? Кто на очереди? Скалу наш рудник почти истощился. Кто на очереди? Бегу, бегу. Угу. Направь мой клинок. Скалу начну. Где скрывается враг? В целом ситуация, конечно, хорошая. Пользуй мою силу. Призыв завершен. Но он не хочет сражаться в открытку. Призыв завершен. Что нас ждет? Кто на очереди? Направь мой клинок. Я готов к охоте. А под вышками я не справлюсь с ним. Слишком много там стреляющих по воздуху. Там скоро уже первый матч начнется. Улучшение завершено. Где скрывается враг? Кто на очереди? Добыча идет. Скалу начну. Лаки развивается. Наш рудник почти истощился. Мой клинок. Улучшение завершено. Скалу начну. Используй мою силу. А дерево не добывается. Да, бывает. Где скрывается враг? Кто на очереди? Говори. Скалу начну. Враг мой клинок. Поехали, чё ты? Давай.
Я тыкал, кстати. Да я не видел, какой у меня там приоритет. Ну ладно, все равно в целом хорошо. Несмотря на слив сыхи, тупой абсолютно. Как там? Стандартно. Да нет, в гарге атаковали, у меня просто гарг не хватило. Для... Вообще, восстановим сыху в таверне. Хочешь покажу что-то страшное? Где скрывается враг? Наш рудник истощен. Я жажду свершить. Побежали. Наш рудник истощен. Используй мою силу. Я где скрывается гроте? Высвободи мою силу. Так, Ван Ло ливает. Твоя воля исполнится. Твоя воля исполнится. На очереди. Ну, погнали дальше. Клинок. У меня очень много лимитов в рабах. Осталось, по сути, Лаки и Супер Свин. У Лаки все лучше с точки зрения экономики, я уверен. Склоняюсь перед твоей волей. Да, повелитель. Где скрывается враг? Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Вампиризм есть. Что на очередь? Наши войска атакованы. Обрат мой клинок. Используй мою силу. Бастет, пш-пш-пш, брысь. Прости, Бастет, но у меня тут... Блин, и перекупили ауру. Войска атакованы. Чего желает мой повелитель? Аж зря его... Ой! Правильно я делаю. Начинаю торопиться, допускаю больше ошибок, чем обычно. И так-то обычно ошибок много допускаю. Сейчас еще больше. То есть точку сбора так и не исправил, например. Не уследил там, не уследил тут. Где прольется моя кровь? Направь мой клинок. Наши войска атакованы. Чего желает мой повелитель? Используй мою силу. Верно. Звери не лгут. Наши войска атакованы. Проклятые ждут, где прольется моя кровь. Где скрывается враг? Блин, надо поторопиться. Так, друзья, скиньте, пожалуйста, ссылочку там на официальную трансляцию. Мне уже надо... мониторить. Может, какое-то количество времени у меня и есть. Совсем немного. Вряд ли удастся. Я перед твоя воля исполнится. С кого начнем? Спасибо, Мегазлом. Я открою в фоновом режиме. То есть, в целом, здесь ситуация-то все равно хорошая. Большое количество баз, половина центра, у Лаки две центральные, у Турбосвина вообще ничего нет. Проклятые ждут приказов. Кто на очереди? И опять с точки сбора неправильно. Вроде ставил, переставлял. А, у меня третьего грейда, скорее всего, нет. Нет, есть 3-3. Используй мою силу. Там, правда, Дредлорд и Лич. Хотя бы одного убить, блин. Хотя бы одного. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Используй мою силу. Но учитывая, что у свиньи... вышки... Блин. Да, отрезает мне героя.
Я вроде жал опять на телепорт, но жал да не дожал. Подкрепа, нет, давайте не будем ее. Сори. ГГ, должен идти. Да долго, я тороплюсь. Будем считать,